Решила попробовать изготовить доску из изогнутых торцевых полосок, согнуть их под определенным углом, склеить, обрезать до прямоугольной формы и сделать рамку. Но после присоединения рамки у доски обнаружился достаточно интересный 3D эффект. Первым делом нужно подготовить тонкие полоски древесины. Вот здесь у меня здесь различные обрезки. Для того, чтобы получить данный 3D эффект, достаточно двух пород древесины, темной и светлой. Но я буду использовать фактически все породы древесины, которые у меня есть. И клен, и орех, и дуб, и ясень, вишню, мавингу. Для того, чтобы получить более интересный рисунок, нужно сделать шаблон для того, чтобы сжимать эти полоски. Сделаю из ясеня, такая прочная и плотная древесина. Амплитуду волны сделаю небольшой, где-нибудь миллиметров 20, потому что в противном случае полоски могут поломаться. Обычную металлическую линейку для этого. Собрал практически все породы, которые у меня есть. Буду использовать орех, дуб, ятобу, падук, клен, сапели, граб, мавингу, ясень, венгу и вишню. Теперь переходим к шлифованию этих полосок на барабанном шлифовальном станке. Попробовал я позажимать. Вот получается примерно вот такая конструкция. Это вот дуб склеенный, но все-таки амплитуда волны очень большая. Вот появляются трещины. Вот, но многие породы древесины очень сильно трескаются. Сейчас вот падук жать очень сложно. Под таким углом, ну, в принципе, он сразу он ломается. Поэтому придется амплитуду волны уменьшить. Такое под таким углом не сжать. Ломается в самых изогнутых местах. Сделал амплитуду волны поменьше. 10 миллиметров. Сейчас ну, просто намечу ее тонкой фрезой на станке, чтобы получить правильную кривую, а затем прорежу на ленточной пиле.
Теперь начинаем собирать доску. Никакой особой последовательности нет породы древесины. Просто чередуем темные и светлые породы древесины. Ну, что получается, значит, эти линии изогнутся и края потом обрежутся. Поэтому не знаю, сколько здесь получится досок, но я думаю, 2 или 3. Большое количество плана, конечно, не сжать, поэтому буду клеить примерно по 5, по 7 штук, ну и смотреть за поведением. Если буду трескаться, буду, наверное, убирать. Зарывать нужно очень осторожно. Вот, вроде бы не треснуло. Теперь ждем. Ну, я думаю, полчаса будет достаточно, пока клей схватится. И затем сюда же приклеиваем следующее. Вот так набираем нужную ширину. Вот подождало всего 15 минут. Вот как бы они уже зафиксировались. Конечно, не до конца, но значит, много времени на это все идет. Поэтому клеим дальше. Попробую склеить большее количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. 8 штук. Посмотреть, как будет сжиматься. Сейчас первая полоска, которая приклеена, примет форму предыдущей. Поэтому нужно приклеить вот так. Последовательно. Клей смачивает немножко планки, они становятся помягче. Можно было бы, конечно, их намочить, но я не знаю, что получилось бы в конечном итоге. Попробую таким образом. Thank you.
шаблон вот должен сесть ровно, иначе форма будет нарушена. Осуществил я последнюю склейку, я думаю, чуть больше 300 мм, я думаю, такой ширины будет достаточно. Теперь оставляем доску сушиться на сутки, поскольку клея очень много в этой доске, он должен хорошо просохнуть. Я изготовил две доски, и у меня осталось вот пару десятков планов. Из них я сделаю другую доску, такой же искривленной формы, но это уже другая история. Доска хорошо просохла, все, теперь она уже, эти волны не разогнутся никогда. Для того, чтобы проявился лучше 3D-эффект, нужна окантовка, нужна темная окантовка. Поэтому сейчас делаем прямоугольную форму этой заготовки и приклеиваем рамку. Но рамку, я думаю, сделать из ореха. Как раз вот здесь у нас вершины волны, поэтому просто их приставляем к параллельному упору и пилим. Вид у нас получается на торцах. Теперь приклеим рамку с оставшихся двух сторон и защитные бруски для строгания доски на рейсмусе. Матвей, что случилось? Что случилось? Что случилось? Машина не поднимается? Да. Сейчас я подниму твою машину. Ты застрял, что ли? Да. Ой, ну зачем плакать? Сейчас вытащим машину. Все, сейчас папа одну струбцину. Я жду. Она сама. Чтобы она сама ехала хочет? Да. Ну, видишь, сама она, видимо, не может ехать. Все, пойдем, сейчас сделаем. Сейчас все починим. Теперь ждем ночь, сушим доску и обрабатываем далее. Пропускаем доску через рейсмус. Клея очень много. Защитные бруски у нас есть, поэтому можем безопасно строгать.
3D-эффект на этой доске выражен не очень явно, но тем не менее заметен. Он появляется только при взгляде под определенным углом. Если бы амплитуда волны была больше, эффект был бы более явный, но мне удалось сделать вот такую амплитуду, потому что при большем изгибе планки ломаются. Для проявления эффекта обязательно нужна рамка. Обязательно нужна рамка, поскольку без рамки эффект проявляется не так явно.